Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции видеорока следующая. Боль, острая боль, хроническая боль, состоявшаяся боли, всеразличные хронические проявления вялости и болезненности нижней челюсти. Пожалуйста. И мы смотрим сразу, как простирается данный меридиан желчного пузыря. И видим, что если данный меридиан не выполняет свою функцию, либо перевоспаляется, либо в нем много энергии, то мы знаем, что когда кипит водичка, пар поднимается вверх. Энергетика, возможно, остановится в проблематичном месте. Либо человек нарушил эту энергетику. Ну, как? Травмы, ушибы, перелом, ранение, удаление зуба, болезненное состояние десен. Ну и, конечно же, что опухоли всеразличные. Дискомфорт, который человек, может, закрывал. Либо не обращал внимания, либо более утоляюще принимал. Ну, как бы все списывал, да, ну, пройдет. Ну и, конечно же, состояние меридианов. Почему состояние меридианов? Потому что не только меридианы желчного пузыря контролируют у нас нижнюю челюсть. Если вы внимательно смотрите, как проходит меридиан печени, желчного пузыря, повторимся, сердца, желудка, толстого кишечника. Пожалуйста, обращайте внимание, как проходит данный меридиан. И вы увидите, в каком они состоянии. И если вы не знаете, в каком состоянии, то на первом порах данная точка ВБ-43 сердцы вам, возможно, поможет. Поможет не на 100%. А вот если вы возьмете еще, извините, акупунктурные точки, тех перечислил, которые я меридианы здесь, и добавите, вот тогда, возможно, процесс, что на 100% вы получите результат. Но рекомендую сделать диагностику. Почему? Потому что мы не знаем, в каком состоянии данные меридианы, которые контролируют нижнюю челюсть. Может, они пребывают уже в долгом слабом состоянии. Их нужно что? Протонизировать. Нужно их, скажем так, встряхнуть. Либо там кипит энергетика, да кипит так, что именно отражается на уязвимом месте, нижней челюсти. Да, этим меридианам нужно что? Расслабить. Вот диагностика 12 меридианов для того и проводится. Для того, чтобы сказать, ой, какой ты больной. Нет. Показать, что ага, у тебя вот этот меридиан слабенький, ты обрати на него внимание. И всегда его что? Активизируй через данную точку ВБ-43, вследствие чего все твои боли и болезни нижней челюсти потихонечку уйдут. И здоровье нормализуется. Спасибо за внимание.